Пилот молодежной программы SMP Racing Кирилл Смаль начал этот сезон со старта в Формуле 4 Объединенных Арабских Эмиратов. Это достаточно молодая серия, которая сейчас проводит лишь свой пятый сезон. Несмотря на новую для себя обстановку, по итогам третьего этапа серии россиянин поднялся на подиум во всех четырех гонках. В первой гонке четвертого этапа Кирилл удержал вторую позицию, но последующие старты принесли пятое и восьмое места. Пятый этап для Смаля оказался самым удачным. В трех гонках из четырех Кирилл поднялся на подиум, причем последний выиграл. В итоге россиянин набрал 289 очков и по итогам чемпионата занял третье место. Арабская Формула-4 считается гонкой поддержки для азиатской Формулы-3. Пять этапов этого чемпионата пройдут на тех же автодромах в Дубае и Абу-Даби. А от России здесь выступает пилот молодежной программы SMP Racing Ирина Сидоркова. К слову, основным местом для стартов для нее будет международная женская серия W. Но поскольку гонки в ней начнутся только летом, то начать сезон пришлось со штурма Арабских Эмиратов. Увы, но третий этап формулы закончился для россиянки серьезной травмой. Ирина получила сильный ушиб правой руки, после чего была вынуждена пропустить все субботние и воскресные сессии. К четвертому этапу последствия ушиба не прошли, однако Сидоркова приняла участие во всех заездах. В первой гонке девушка финишировала на 15-й позиции, во второй — на 14-й, в третьей — на 17-й. А вот Роберт Шварцман принял участие в тестах команды Ferrari за рулем автомобиля Формулы-1. Как и в конце сентября, Роберт вновь пилотировал машину, выступавшую на Гран-при 2018 года. Сами тесты проходили на базе конюшни во Фьорано. Тесты явно прошли лучше, чем предыдущие. Чувствовал себя намного комфортнее и увереннее. Сразу поехал в ритме, сразу поехал быстро. Впечатления, да, яркие, классные. Очень рад начать этот год именно с этой машины, с Формулы-1. Улучшил я время на секунду. На секунду и одну десятую, можно так сказать. Вот, значительно. Поэтому, да, все очень рады, все были удивлены, что такой прогресс. Все было тип-топ, все было хорошо.